Ром, счет 7-0. Ожидал ли такого перед началом этой встречи? Не, думали, будет тяжелая игра. Но хорошо, что забили рано. И сразу же забили второй. И так получилось, что все голы пришлись по делу. Многие отмечали в комментариях болельщики, что ты очень заметен на поле, постоянно какие-то прорывы. Находишься в хорошей физической форме, насколько я понимаю. Ну, не сказал бы сам по себе. В конце первого круга чувствовал себя лучше. Но прошли сборы, тяжелые были, сейчас потихоньку будет получше, думаю. Вот эта победа 7-0, Денис Викторович сказал в интервью, что не стоит слишком много праздновать по этому поводу. Согласен с тренером? Да, согласен. Одна победа, 7-0, 1-0. Без разницы, двигаемся дальше. Реально достать лидера еще будет? Думаю, реально, но тяжело. В том году получилось, и в этом получится.